Привет, я Ниагара, и давайте проведем один день с нашей замечательно веселой компанией Смитов. Для начала нам нужно поселить их на этих райских островах. Посмотрим, вот тут можно расположить домик и прямо в единственном числе одной семьи жить на целом острове. Что у нас есть еще? Есть острова, закрытые облаками, которые впоследствии можно будет обнаружить в процессе игры. Вот тоже небольшой островок. Отлично. Или вот здесь. Но я решила их поселить вот в этом местечке прекрасном. Здесь есть небольшое озеро еще. И вы можете подселить как уже в существующие дома, так и выбрать самостоятельно. Вот здесь каталог тех домов и участков, которые можно использовать. Как плавучие, так и простые. Тут будет информация, сколько спален и ванн находится в доме. Вот, пожалуйста, можно даже небоскреб установить, но вы сможете жить там в квартире только. Вот они, наши все дома. Довольно богатый выбор. Ну, вот здесь домик уже небольшой есть. Туда их и поселим. Выбираем. И у нас есть вариант без мебели. То есть сами можем потом обставить. Либо с мебелью. Я сразу возьму с мебелью. Бюджет у нас всего 20 тысяч. Так что не густо. Не густо. Давайте будем размещаться. Итак, вот мы сейчас посмотрим издалека. Я пока поставила игру на паузу, чтобы осмотреться. Небольшой домик, но достаточно, у нас всего двое персонажей. Внутри, кстати, обстановочка какая-то мрачноватая. Блеклые обои и темные цвета. Вот здесь, например. Совсем не в моем вкусе, но это все впоследствии, естественно, можно будет отредактировать и подправить, и сделать по своему вкусу, расширить дом, надстроить второй этаж, в общем, все, что нашей душе угодно. Для начала, конечно же, позаботимся о наших питомцах. Переходим в режим покупки и покупаем все, что им пригодится. Например, для нашего кота Тайсона нам нужно установить когтеточку. Посмотрим сейчас, где бы она тут могла у нас расположиться. Ну, например, вот сюда. Так, следующее обязательно кормушки. Например, желтую и синюю поставим. Ну, поскольку кухонка у нас совсем небольшая, я расположу пока вот сюда. Не очень привлекательно, но зато вместе с хозяевами. Как бы обеденная зона здесь у питомцев. И синенькую миску. Так, теперь нам нужно разместить лоток. Лоток, милая киска. Так, куда бы нам его поставить? Чтобы духман не мешал. Даже не знаю. Ну, я вообще расположу-ка его пока что на улице. Где-нибудь подальше. Вот тут. Пока так. Теперь спальное место. Миска. Так, еще давайте посмотрим, что есть. Вот такая забавная подстилка для животного. Ну, пусть он вот располагается у нас в гостиной. И домик для пса пока что грубо сколоченный. Есть, конечно, более симпатичные, но у нас уже мало денег. Такую избушку мы сейчас сюда поставим. Неприглядную. И, конечно же, коновязь, поскольку у нас в семье есть лошадка, нужно позаботиться и о ней. Кажется, все. Всего осталось 500. Это мало.
Теперь посмотрим. Ну, для жилья здесь есть все, что необходимо. Включаем режим игры. Давайте посмотрим, что можно у нас... Какие действия доступны с животными? Вот, например, можно общаться дружелюбно, попросить принести газету. Ну, газеты нет пока. Можно поиграть палочкой, перетягиванием каната, научить какой-нибудь команде, проявить свою привязанность, почесать животик, обнять, дать лакомство. На лошадь, что можно тоже проявить свою привязанность. Можно на ней проехаться верхом. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Довольно забавно, наверное. Поскольку навыка еще совсем нет у нашей Софии. Посмотрим, как это у нее получится. Ну? Не робей. Залезай. Так, ну Дилана пока отправлю я смотреть телевизор. Пусть он смотрит. Чем-то займется пока. Но никак она почему-то на нее не хочет садиться верхом. Такой талисман университета. Вот нам принесли газетку. Так, это разные подсказки будут всплывать периодически. Что там у нас? Можно узнать об университетской халяве, либо сдать тест. Животным, кстати, я поставила свободу воли, они сами будут заботиться о себе, когда нужно там попить, покушать, сделать все свои дела. Что еще здесь у нас можно сделать? А светильники нужно поставить автоматический режим на все источники света, чтобы свет загорался, когда это необходимо. Так, на кровати можно расслабиться, поспать, подремать. Приказать охранять собаки, например, либо подраться подушками. Сменить одежду, выбрать наряд. Приказать охранять. Давайте выберем наряд, посмотрим, как это выглядит. Повседневная одежда. Здесь можно... выбрать любой стиль, любую одежду. Так, и я-то хочу с нее снять очки. Сейчас мы это сделаем. Так, какая у нее там форма? Вот эти. Сняли, все. Не нужны нам очки. И ставим галочку «Принять». Переодевать я ее не хочу пока. И так все прекрасно. И поменяем ей прическу. Вот таким образом мы сняли очки. А у зеркала мы можем изменить внешность. Либо прихорашиваться, репетировать речь. Это тоже развивает навык, что поможет нам в карьере. Я хочу ей выбрать что-нибудь такое легкое, миленькое, небольшой длины, средней. Сейчас посмотрим. Ну, например, что-то типа вот такого. Так. Это как смотрится? Ну, это не совсем то. Так, ну или вот, например, это что? Вот так, по-моему, здорово. Забавно смотрится. Все, вот это выбираю. Да, принять.
София наша даже моложе стала выглядеть. Так, а животные у нас решили подружиться. Общаются там на какие-то свои темы. Здесь можно помыть Дика, купать питомца. Либо Тайсона. В холодильнике мы тут можем съесть закуску уже готовую. Либо что-то приготовить самостоятельно. Дальше, ну, смотрит. И все-таки я не поняла, почему у нас лошадка отказывается прокатиться. Давайте проявим к ней привязанность. Например, дадим лакомство. И можно, наверное, на ней проехаться вокруг дома. Сейчас мы к ней подластимся. Можно почесать шею. Уход или расчесать. Попричесывать ее. Ну, стой на месте, куда пошла. Вот я же вижу, что ей очень хочется прогуляться. Как, кстати, у нее дела? Посмотрим. Нормально все. Так, пока они там ласкаются, расскажу. Вот здесь у нас потребности. Здесь награды. Цели, которые ставит перед собой Sims. Sims, почему сказала Sim? Так, навыки, карьера. Нет пока работы, никаких навыков нет. Отношения с кем как обстоят. И цель у нее учение свет. Получить навык писательства. О, Дио, ну-ка отругай-ка Тайсона о том, что... Отругать его нужно за то, что он разрушает мебель. Давай, хватит смотреть телек. Иди ругай. Ну что, попробуем сесть верхом. София у нас впервые расчесывает гриву лошади, и в результате шерсть стала гладкой, шелковистой и блестящей. Прекрасно. Дилан поругал Тайсона. Что у нас у него в потребности? Ну, пусть что-нибудь перекусит, например. Съест закуску. О, рыгу из мозгов. Уфу. Тост можно съесть, суп, йогурт, салат. Салатик уйди покушай. Да блин, что у нас с этой лошадью, а? Куда она умчалась? Эй! Ты чего? Управлять лошадью. В чем дело? Оседлать. Повседневную одежду. Вот. Пепси Смит впервые позволила привести себя под усы. Какая она была? У нас непослушная вначале. Да, смотрится этот забавно. Такая ржака. Ну ничего, ничего, это же первый ее раз. Вот она у нас на лошадке. И пусть прокатится. Давай, Пепси, поехали. Она не хочет идти. Ну почему? Пустить поводья. А, ей не нравятся каблуки, наверное, которые одеты на Софии. Вот. Довольно неуклюже она на ней катается. Но думаю, чем дольше это будет у нее продолжаться, тем будет больше навык. И она уже будет неплохо чувствовать себя в седле. Ну-ка. Все, мы катаемся. Класс. Хорошо, посмотрим, чем занят у нас Дион. Что, ты покушал?
Давай уделим время своим питомцам. Нужно наполнить, во-первых, миски. Ой, не надо идти. Обязательно насыпаем корм, чтобы они у нас не мучились от голода. Да, здорово. Тайсон решил поваляться, посмотреть на него. Катается. Можно с ним поиграть. Или с Диком. Ну, Дик сам по себе что там носится. Давайте лучше поиграем, развлекать. Куда-то умчался. Ну, собака-то у нас, да, такой непоседа. Я его таким и создавала. Вот так мило можно поиграть со своим питомцем. Что еще тут нам доступно? Привязанность. Дать понюхать руку, погладить. Выбрать ошейник можно. Помыть, поднять. А даже коту можно приказать охранять дом. Интересно, что он будет набрасываться на всех и царапаться. Кстати, в отличие от Sims 2, питомцев здесь нельзя устроить на работу. Они не работают. Где Дик у нас? Чем он занят? Прокатиться. О, довольно далеко они ускакали, надо же. Давайте посмотрим. Ну, вот. Ну пусть повышает этот навык. Пригодится ей верховая езда, я думаю. Отправляется в картинную галерею. Ну, пускай развлекается. У нас еще довольно много времени до вечера. Дилан у нас пусть найдет работу, например. Поиграл с животными, все, хватит балдеть. Берем газету и выбираем себе профессию. Также здесь можно узнать погоду. Взять питомца из приюта. Узнать события, просто почитать. Находим работу. Хотя его цель устроить вечеринку. Ну чего, чтобы устроить вечеринку, нам нужны деньги. Давай-ка иди работать. Можно поесть мороженого. Здесь у нас стоит машина с мороженым. Почитаем сейчас, какие вакансии нам предложат. Образование, воспитатель. Охрана порядка. Стукач для начала. Преступность. Ну нет, не пойдем. Ну давайте в охрану порядка устроимся. Для начала. Потом можно будет сменить профессию. Навыков все равно никаких нет. Нужно что-нибудь поразвивать. Пусть покачает мышцы. Тайсон тут уютно устроился. Вот большая лежанка для него. Что, не хочешь? Ну-ка. Давай-давай. Вот у нас карьера. Часы работы. Заработок. Вообще мизерный. Ну, для начала. Начало через 16 часов. Как там потребности? Пора сходить в туалет и скоро спать уже. Я думаю, пора вернуться уже, хватит кататься на лошади и что-нибудь покушать. Подать ужин, макароны с сыром. Все такие собрались возле него.
наблюдают. Чем же он занят? Ладно, все, молодец. Сходи в туалет. Фу, он вообще доволен. Такой. Цензура. Черный квадратик. Так, и гигиена. Ну, обязательно нужно сполоснуться после занятий спортом. Лучше всего, кстати, душ. Ванну Симы принимают долго. Душ намного быстрее. Что он там делает? Вырыл яму. Тайсон умывается. Я потом кого-нибудь попрошу из них закопать ямку. Отношения у них я установила влюбленные, то есть это у нас парочка. Но вы можете создавать одного Сима и потом с кем-то знакомиться. Сначала нужно будет завести дружбу вот здесь в отношениях, вы увидите. Просто общаться, потом уже влюбленность, потом уже впоследствии можно будет их поженить. Я сразу создала пару. Решил перекусить, молодец. Тайсон на кресле дрыхнет. Тут немножко поспал, что не понравилось, жестковато, видимо. Так, а София кулинарит. Это тоже ее первое блюдо, которое она готовит, и мы видим шкалу развития навыка. Да-да, наверное, пахнет вкусно. Дилан вымылся. Он тоже, кстати, мог бы что-нибудь перекусить. Да-да, это он о чем там? Мечтает водить машину, видимо. Возьми порцию, иди покушай. Поужинайте. Свечей нет, ну... Тем не менее, поужинать надо. Пепси вернулась. Утоляет жажду, нагулялась. Позволила уже на себе прокатиться, мы ее расчесали. В общем, налаживаем дружбу. Что-то обсуждают, видимо, свои впечатления. Так, ну все, можно ее отправлять уже, как говорится, на горшок и спать. О, что он там у нас наделал? Какие-то дела дома? Ну-ка. За что его можно поругать? Шумелка. Да, не лай давай. Он хотел пойти пообщаться с Пепси, что о ней подумал. Там, кстати, кто-то рассекает у нас. Ну и все, пожалуй, иди ложись спать. Так, все, дико мы наругали, чтобы он тут не лаял поздно. И тоже ложимся спать. Со всеми пообщались за день. Все, легли они дрыхнуть, кто-то там даже захрапел. Тайсон спит, ему снятся какие-то жучки. Дик пока еще не хочет спать. Где у нас Пепси? Пепси тоже спит. Вот такой денек мы провели с нашей компанией. Спасибо вам за просмотр. Увидимся, пока.